В зале заседаний районной администрации прошла 28-я сессия Совета муниципального образования «Сиверский район». На мероприятии присутствовали заместители главы района, помощник районного прокурора, начальники управлений. Всего на повестке дня стояло 13 вопросов, каждый из которых подробно обсуждали на депутатских комиссиях. Первым рассмотрели внесение изменений в решение Совета о местном бюджете. План доходной части местного бюджета на текущий год с учетом изменений предлагается утвердить в сумме 2 миллиарда 652 миллиона 980 тысяч рублей. Расходную часть с учетом предлагаемых изменений в размере 2 миллиарда 829 миллионов 245 тысяч рублей с дефицитом в сумме 176 миллионов 265 тысяч рублей. Или с сокращением размера дефицита на 25 миллионов 777,3 тысячи рублей. Внесли изменения в решение Совета о муниципальном жилищном контроле на территориях сельских поселений. Обсудили и другие вопросы.